И всем привет, ребят, с вами Мистер Вайкер, записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня вместе с вами мы обкатаем новое полученное устройство на моем основном аккаунте. Вчера у нас был последний день элитного пропуска, и я все же успел его добить, забрать скин-ключ, забрать ультра-ключи, ну и забрать устройство, которого у меня не было до сегодняшнего дня. На аккаунте это устройство на молот, молот с дальностью. Поэтому сегодня вместе с вами мы протестируем это устройство. Посмотрим, насколько хорошо оно работает в рамках матчмейкинга. Ну и посмотрим, что у нас из этого всего дела получится. Если вы ждали этот видеоролик, если вам нравятся видеоролики, посвященные игровой тематике, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас в игровом аккаунте кистуете мой личный тег TechTeamP, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Что касаемо корпуса и дрона, то по дрону у нас остается бустер, по корпусу викинг. Ну и пикаем быстрый бой, не будем здесь ничего выдумывать. Тяжелый слагерь — это молот у нас получается с дальностью, который имеет в своем арсенале 3 выстрела в одной обойме, ну и потом уже уходит на перезарядку. Посмотрим, насколько хорошо покажет себя это устройство. Я, честно, на нем уже давным-давно не играл. Ну и, в принципе, молот, наверное, по мете сейчас не является супер жесткой пушкой. Но, может быть, это не так. И на самом деле у нас сейчас получится показать прям супер хороший результат. Два резиста было только что от нас, от молота, при прогрузке в катку. Один противник с резистом, я так понимаю, выходит. Запикивает на хорошую карту. Год 2042 для такого вооружения, я считаю, что это шикарная карта. Ну и есть возможность как раз таки от дальности поиграть и посмотреть, что у нас вообще здесь будет залетать. 589 урона по ДАшному танку наносит этот выстрел молота. По бездашному получается 1500 урона. Сказать, что это большое количество урона, ну, наверное, я не могу. Да, то есть с выстрела не сказать, что много залетает. Но в целом, наверное, для такой быстрой перезарядки это... Блин, вас забрал у меня оверку. Это, наверное, неплохой вариант. Должен был я, по идее, ее забирать. Но каким-то чудом забрал ее вражеский васпик. Надеюсь, он бомбу сразу, да, прожмет? Нормально. Тогда все четко. 3 килла уже у нас есть. В принципе, по противнику, что здесь можно сказать? Здесь у нас парочка тесел. Можно будет даже резист, наверное, поменять. Здесь довольно неплохого противника накидывает. Поэтому, скорее всего, катка будет близкая, катка будет сложная. Но надеюсь на то, что нам удастся ее как раз-таки здесь потянуть. Вроде как у нас ребята, которые едут в атаку, имеются. Ой, есть шоковая заморозка у противника. Вот это, конечно, немножко неприятная тема, когда здесь ребяточки шоковой заморозочкой играют. Так, ну и у меня, кстати, на корпусе минер стоит. Поэтому в целом я могу даже с бустером ставить побольше миночек. Все мои мины будут сохраняться и, быть может, потом будут как раз-таки работать и приносить свои дополнительные плоды. Так, разбираем одного дефера. Пытаюсь переключиться на второго. Играю пока что так, чисто в средней зоне, особо сильно не выпушивая базу противника, потому что противники здесь довольно... плотно стоят, дефят, но, в принципе, по киллам, наверное, выглядит пока что неплохо. 7 киллов у нас уже есть, учитывая тот факт, что это все киллы без овердрайва. Падает, кстати, следующий овердрайв, дроповый. Правда, у меня уже 80% оуди есть. И как будто бы можно было бы сейчас набить свой овер и подобрать следующий овердрайв. Получится ли это дело реализовать? Нет, не получится, надо было забирать, если честно, оверку. Надо было просто забирать и не оставлять ее противнику. Ну ладно. И такое, как говорится, тоже бывает. 10 минут до конца боя. Попытка от противника въехать на наш респаун и отвести флаг. Нифига себе, у меня пролагивает. Ну ладно, благо все нормально. 97% овердрайва. Противник пытается еще побороться. Но здесь тоже уходит на респ. Так, Хантер, я надеюсь, оставишь оверку. Другалек, дружище. Ой, ясно, понял. Лучше бы он, конечно, ее оставил. Можно было бы реализовать в плюс 2 оверки этот момент для себя. Но, к сожалению, тиммейт решил, что он сам возьмет овердрайв и просто прожмет его
пустышку. Так, противник пытается увозить, и наш тиммейт тоже увозит. Надо бы какую-то страховочку вообще в таких моментах давать. Учитывая тот факт, что у меня еще и овердрайв есть. Я как-то так, ну, довольно пассивно пока что играю в рамках этого боя. Наш тиммейт, благо, ставит первый флаг. Ну и хотелось бы, наверное, сейчас среднюю зонку разыграть. Среднюю зоночку разыграть. Наш противник, ой, противник, тиммейт уже увозил второй флаг. Пытался, по крайней мере. Не получилось у нее этого сделать. Можно попробовать здесь выпушить. Ну и здесь мины работают у противника. Так, ну пока как-то не очень хорошо получается найти позиционку для реализации, если честно. В принципе, вроде как молот показывает неплохой урон. Не сказать, что, конечно, перфектный и великолепный, но неплохой. Неплохой урончик залетает. То есть у меня есть возможности со большой дистанции понакидывать урон и со средней дистанции понакидывать урон. То есть в целом по урону выглядит все довольно-таки неплохо. Так, ну, наверное, вот этот тайминг идеальный для прожатия овердрайва. Учитывая только тот факт, что у меня молот на дальность, то в моменте я могу, в принципе, не сближаться с оппонентом. Ну, здесь 3 килла делаем под овердрайвом. В принципе, наверное, это неплохой результат, учитывая тот факт, что наши тиммейты везли уже второй флаг. И просто так для отсечки противника это неплохая реализация. Еще и падает еще один дроповый овердрайв. Есть возможность реализации еще одной оверки. Как раз-таки под пуш можно ее реализовать. Наши тиммейты здесь вырывают. Ну и, если честно, можно жаться. Можно жаться смело, потому что Титан ставит купол. Я точно здесь выживу. И под реализацию, ну, здесь подставляю все-таки по сосулю. 18 киллов. 7.40 до конца катки. Ну и пока что все выглядит очень неплохо. Пока что все выглядит неплохо и по моему количеству очков, и по ситуации на карте. В целом все супер. Даем страховочку тиммейту. Ну, такую полулегкую страховочку. Васпик вражеский пытается здесь увозить, но шансов у него не так много. Противники на выпушивание нижней зоны. Ну и чуть-чуть страховки в таком моменте. Отработочка по противнику. Ну и в целом все под контролем пока что. По безрезу, в принципе, наверное, этот молот показывает довольно хорошие цифры по урону. По резисту уже есть, чувствуются проблемки. Не все так гладко, не все так четко. Но по безрезу смотрится довольно-таки хорошо. 21 килл. Я считаю, что за меньше, чем половину боя, это очень даже неплохой результат. Учитывая тот факт, что я могу еще и с большой дистанции наносить максимальное количество урона с этого молота. Ну и со средней дистанции, соответственно, тоже. То есть и даже ближнюю можно разыгрывать. Ближнюю, конечно, потяжелее разыграть с этим молотом. Но при желании даже ближнюю дистанцию с этим молотом разыграть можно. И это тоже своего рода плюсик. Так, по идее, у нас сейчас должен падать овердрайв. Да, он уже упал. Оверка уже упала. Плюс-минус по таймингу мы все это дело читали. Так, ну и было бы неплохо сейчас, наверное, реализовать овердрайв. Попробуем, наверное, с текущих прям сразу жестко, агрессивно вжаться. 2 килла есть, 3 килла есть. Четвертого на расстоянии забираю. И пятого... Пятого забрать не успел. Нулевой урон его спасает. Хотя по скорости у меня была возможность и его забрать, если бы не было бы нулевого урона. 6 минут до конца. 27 киллов. 27 киллов у нас уже есть в рамках такой каточки. И в принципе, если катка у нас без досрочки завершится, то я думаю, что есть шанс здесь даже сделать и все 40, и может даже 45. Потому что пока что все идет очень и очень хорошо. Не сказать, что противник слабый, просто у противника нету резиста, и он удобный, да, удобный для реализации такого молота. Да и в принципе, наверное, на сегодняшний момент времени в матчмейкинге я бы сказал, что особо резисты от молота уже никто не берет, соответственно, такие вооружения реализовать довольно хорошо можно. Ждем следующего выпадения овердрайва. Попробуем сразу подобрать его и реализовать. В принципе, отыгрыш от овердрайва на таком вооружении, учитывая тот факт, что у меня на викинге копится он, ну, относительно долго, я считаю, что это хорошая возможность. И мы можем спокойно здесь стоять и ждать оверку, ни в чем себе не отказывая. Учитывая тот факт, что мы еще и ведем по счету. Ведем очень хорошо по счету. Главное сейчас здесь противнику не отдать оверку. Чуть-чуть побороться надо за этот ОУД.
Так, противник, кстати, пытается увести флаг. Есть шанс сейчас у Курсейдера отвести. Миночка там моя, кстати, на подъеме работает. А, противник не видит даже, где флаг, я понял. Чел не понял, где флаг? Он не заметил его просто? Ладно, это жестко. Это жестко, перед собой не заметил флага. Думает, что флага нету. Но мы его контролируем, все четко. Наш тиммейт везет уже еще один флаг. Супер. Великолепно, пока что реализация работает превосходно. Три противника есть в центре, можно было бы даже с текущих нажимать овердрайв и респить всех. Но решил я подсейвить оверку. Надеюсь, что сделал правильное решение и сейчас мы ее реализуем получше. Попробуем прожать правую зонку. Ну, либо можем... Здесь я уже не успеваю реализоваться. Попытка отвоза. Мамонт, кстати, с овердрайвом в спине. Так, попытка от противника. Кстати, противник делает доставку. Надо было все-таки сжаться. То есть ситуация. Так, ну, вжимаемся здесь. Пробуем раскрутиться. Шафт не ваншотает меня, благо. Хотя у меня резиста шафта вроде как нету. По идее, должен был ваншотать. Да, нет у меня резиста. Да, нету. Но мне повезло. Наверное, был недокачанный. Так бы я бы сейчас ваншотно улетел бы на респаун. И не смог бы этот Оуди реализовать, так как спасателя у меня все-таки нету. Очень нравится мне то, что еще здесь рикошетом можно очень большое количество урона наносить. За счет того, что у нас молот на дальность. Да? У меня есть очень хорошая дистанция отыгрыша от стенок. И это работает просто превосходно. Поэтому даже с... не самых удобных позиций, да, за счет того, что у меня молот на дальность, у меня есть возможность найти какую-то стенку и от этой стенки нанести еще дополнительный урон. Так, проморгал я опять еще один овердрайв, можно было сейчас еще одну оверку забирать. 36 киллов, кстати, у меня за 2,5 минуты до конца. И, по идее, мы вообще можем здесь сделать досрочку. Наши тиммейты везут очень неплохо флаги, поэтому в целом... Если даже здесь досрочка залетит, будет неплохо. 1300 урона, кстати, наносит этот молот с крита. Это у нас получается стандартный урон молота, только здесь этот крит можно дать через всю карту, грубо говоря, да, то есть через всю карту я могу нанести критический урон за счет того, что у меня молот на дальность. Это тоже своего рода дополнительный хороший плюс. Так, ну и доставочка у нас не залетает, где у нас флаг, не понял. Васпик пытается ворвать, успеваю я его слить. Не понял, честно, как наш тиммейт проехал доставку, если он заезжал через левую зону. И как он здесь не доставил. Какие-то вообще непонятные моменты здесь происходят в рамках этого боя. Ну ладно, оформим тогда мы доставочку от Штокиса до Штокиса. Это всегда приятно. И это отличный бонус к уже такой шикарной карте. 38 киллов по итогу этого боя мы делаем. 720 очков зарабатываю. В целом очень и очень неплохие цифры. Ну и в целом молот показал, что он в порядке, он очень хорош и он, возможно, один из лучших на сегодняшний момент времени по устройствам в нашей игре. Пишите, что вы думаете по поводу этого молота, обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.